Как насчет повоевать? Хранители наследия? Мне поручено собрать отряд для защиты зданий, мостов и предметов искусства, прежде чем они будут уничтожены нацистами. Сколько человек? 6. Господи, с тобой 7. Полегчало. Этой зимой. Значит, ты планируешь попасть на линию фронта с искусствоведами, архитекторами и указывать ребятам, что можно мочить, а что нет? Точно. А мы не староваты? Есть такое. Прогоняем их через КМБ и ждем приказов. КМБ? Курс молодого бойца? О боже. 8 необычных героев. Сохранят историю. Если уничтожить культурное наследие целого поколения нации, можно считать, ее никогда не существовало. У нас гости! Все, уходим! Именно этого жаждет Гитлер. Именно этого мы не можем допустить. И нам придется стрелять в нацистов. Джордж Клуни, Мэтт Дэймон, Билл Мюррей, Джон Гудман и Кейт Бланшетт. Теперь это ваша ответственность. Я ж никогда ни в кого не стрелял. Они решили все вывести. А наша задача — все вернуть. Фильм основан на реальных событиях. Хранители наследия. Что такое? Походу, я наступил на мину. И с какой целью, позволю знать? В чем дело? Лейтенант умудрился наступить на неразорвавшуюся мину. И с какой целью? Ты на него дурно влияешь. Зимой в кинотеатрах.